Все время кажется, что он сейчас сожрет наш торт. Лучше пусть я буду видеть обсидиан, но зато я буду знать, что здесь... Кто это такой? Он реально тут ломал наш торт, офигеть, он хотел сломать наш торт, сраный... Вот видите, да, я сказал, это сраная шерсть, она только мешает. Уберите шерсть вокруг нашего тортика. Добьем их основную часть на базе, прямо внутрь базы залетаем, пацаны, все добиваем. Вон здесь с 3 хп, минус 1, хорошо, дальше, дальше он тут. Прямо алмазников бейте, прямо алмазником, не давайте отсюда уйти. Всем доброго времени суток, уважаемые зрители и подписчики моего канала. Смотрите, снова я, The Master, и сегодня мы сюда, дорогие друзья, мы поиграем в Cake Wars на 80 человек, дорогие друзья. Да, вы не ослышались, Cake Wars на 80 человек. Прямо сейчас, сейчас еще раз загрузку стопнут, после нее я запущу Cake Wars, какую-нибудь рандомную карту на моем проекте. Я собрал 80 подписчиков из своего TeamSpeak. Ну, кто откуда, так все запускаю. Cake Wars, вот, пожалуйста, будет, будет эта карта. Не знаю, что это за карта, просто я запустил. Да, и теперь нужно выбрать команду, да, нужно выбрать команду, значит. Мы выбираем 10 секунд до старта. 80 человек, представляете, получается, сколько мы будем играть? 20 на 20 на 20, на... Да, просто 2... по 20 человек в каждой команде. Это будет самый жесткий кейкварс за историю всех кейкварсов, которые только были на моем прексе. На 8, ну ладно, на 78 человек, но это не важно. Не важно, если вы хотите больше таких вот мини-игр, таких вот ивентов, да, которые, чтобы меня на канале устраивались, там по 8, чтобы я подписчиков собирал по 100 и с ними в какие-то мини-игры играл, тогда ставьте прямо сейчас ваш лайк. Давайте под этим роликом наберем 10 тысяч лайков, и тогда такое будет происходить намного, намного чаще. Так, окей, покупаю уже первые блоки. Надо бы, конечно, уже застроить как-нибудь наш тортик, хотя бы вот так вот, да-да-да-да. И, о, нифига себе, там зеленый, вы смотрите, уже дерзко строится. Нужно быстрее идти на центр. Так, на центре там, конечно, жестковато. Так, 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 хорошо, у меня почти закончились блоки. Надеюсь, там у пацанов есть, которые за мной. Давайте, пацаны, достраивайтесь, достраивайтесь. Там уже, смотрите, зеленый держит центр, нужно быстрее на центр, быстрее на центр, быстрее бежим. Они захватили, черт, нифига их там прямо много. Ты посмотри, а, тупо толпа. Давай, валим, 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 валим этих зеленых, валим. Давайте, давайте, не даем держать центр. Нужно захватывать, они сейчас звездочки получат. Еще желтые пришли, ой, сейчас закрысят нас желтые поганые, а. Так, хорошо, раскидываем, 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 пацаны, раскидываем. Давайте, держим центр, держим, удержим. Желтый, как желтый, зеленый захватите. Все, зеленые больше не держат центр, они больше не получают звезды. Нужно держать центр, чуваки. Срочно, срочно, срочно бежать, держать центр. Также смотреть, что там еще по сторонам происходит. Надеюсь, ничего прям такого жестокого нет. Так, хорошо, нам тут блок сломать, если честно. Чуваки, может, не будем прыгать на этом блоке, просто сломаем его. Так, я понял. Видимо, не сломаем. Просто бегут сразу же желтый, зеленый, голубые. Все таргетят нас, бегут. Это просто какая-то жесть. Вы посмотрите, все цвета радуги бегут на нашу базу. Это просто Unreal. Центр захватили в итоге голубые. Голубые, значит, в это время желтый, зеленый нас фигачит, да, пока голубые держат центр. Я, в принципе, понимаю, вполне разумная фигня. Так, ну мне нужно закупиться чем-нибудь еще, чтобы хоть как-то центр пробить, а то там вообще Unreal какой-то, и голубые тем временем получают себе звездочки. Это очень-очень плохо. Так, хорошо, хорошо, хорошо. Так, давайте-ка мы вот с вами вот это спрячем пока сюда. И это спрячем сюда и пойдем на центр все-таки. Слева-справа у нас точки тоже захватили, зеленый и желтый. У нас сейчас вообще никакой точки нет. Ни центр, ни лево, ни право. Мы вообще ничего не можем удержать. Это плохо. Но тут, смотрите, что-то интересное уже происходит на центре. Начинается какая-то заруба. Я вот влетел с пацанами. Мы вот вроде кого-то даже убиваем. Есть шанс отхватить точку у голубых. Правда, они там зачарованы уже, и даже есть железники некоторые. Нифига себе, полужелезки ходят. Одного убил, второго убиваю, минус 2 дал. Хорошо, зеленый какой-то в железке пришел. Сейчас его тоже зафигачу, его тоже убил, еще желтый ходит. Блин, мне вот кто-нибудь помог бы тут на центре, ё-моё. Где мои тиммейты? Еще одного желтого почти убил. Ну, тут уже все без вариантов просто. Ну, нужно захватить сраный центр. Нас бегут сносить, кстати, желтый уже сносит наш торт, я смотрю. Парочку человек здесь у нас на базе бегают, но мы их тоже выносим. Нужно взять центр. Нужно взять сраный центр и захватить чуть-чуть звезд. Без этих звезд мы... нам будет очень тяжело. Там на центре, блин, кто там? Голубые какие-то. О, кажется, мы начинаем держать. Зеленый в броне пришел. Быстренько, быстренько его таргетили отсюда. Хорошо. Все, держим. Давайте, лутайте там звезды. Мы держим с пацанами центр. Лутайте звезды, пацаны, быстрее. Наши там все лутайте. Так, пацаны, держимся. Да, на центр помощь, на помощь, на центр небольшая. Ой, все, на центре нас почти всех положили. Сейчас я резну, скиньте все мне звезды. Сейчас я резну, пацаны, все мне звезды. Скидываем быстрее. Так, давайте, давайте, все мне звезды кидаем. Вот тут стоит, пацаны, кто лутает звезды, скидывайте мне их. Давайте, давайте, скидайте, кидайте, кидайте мне. Кидайте, 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 кидайте. Все звезды, свет, все. Давайте еще больше звезд. Еще что-то мало звезд, пацаны. Больше звезд, больше звезд. Так, все, прокачиваю. Прокачиваю ресурс генер и прокачиваю. Не хватает, больше звезд, чуваки, давайте, кто там еще звезды, вот, отлично. Так вот, качаю, так качаю, хорошо, я нас прокачал, чуваки, давайте, еще больше звезд. Зеленый, у нас мид забрали, чуваки, сейчас, давайте, звезды мне скидываем. Так, хорошо, 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 сейчас еще нас прокачаю немножечко, вот так вот, только не получается пока что, ладно. Все, давайте, погнали центр отбивать, я взял нам протекшн, взял нам шарпу, взял нам ресурс генер, то есть у нас, в принципе, все, на единичку вкачано, уже неплохо. Можно заходить, центр забирать, давайте, погнали, пацаны, тупо центр нужно забрать, там голубые очень долго его держат, у голубых там уже, наверное, какая-то супер сверх дикая прокачка. Так, еще одно. Голубого убил. Отлично, отлично, отлично. Давайте тупо держим, пацаны. Хорошо. Красавчики, зеленый, зеленый, тут в шмоте бегает. Смотрите, разобрались с ним, разобрались. Все, захватываем. Все, держим точку у нас на базе. Кто-нибудь дефает базу нашу. Пару человек хотя бы у торта стоит. Так, звездочки утаем, чуваки. Звезды утаем. Сейчас сразу же я подхожу. Кидаем звезды в деревянный сундук, чтобы я их тут добрал. Верхний слот, давайте, деревянный сундук. Просто скидывайте в деревянный сундук. Давайте, я забираю их оттуда, забираю в деревянный сундук. Звезды кидаем. Еще осталось. Накидайте, накидайте. Кто там еще не кинул? Давайте, еще чуть-чуть. Хорошо, хорошо, прокачиваю. Генератор до второго уровня. Все, отлично. Генератор максимального уровня. Чуваки, еще больше звезд кидаем. Еще в
сундук деревянный, просто первый слот. Давайте. Шифтите их прямо туда. Кто-нибудь. Кто стоит на генераторе? Давайте, звезды, звезды, звезды. Блин, все, у нас захватили генератор. Больше звезд мы уже не получим. Плохо. Это, конечно, очень-очень-очень плохо. Ну, ничего страшного, сейчас что-нибудь придумаем. Пока что ничего прокачать не могу. Но у меня тут еще были звезды. 15 штук. Хорошо, шарпу вторую нам возьму. Все, у нас шарпа вторая, чуваки. Прямо должны центр забирать. Мы сейчас должны идти просто забирать этот сраный центр врагов. У нас тут. Мне показалось, что тут нашу базу ломал кто-то зеленый, кто-то бегает. Смотри, как по нашей базе. Ну-ка, давай в помойку. Тут живет так долго. Все, мы его убили. Так, центр, центр, нужно забирать центр. Так, мы с пацанами уже врываемся на центр. Так, пацаны, давайте, давайте, заходим, заходим. Тут какой-то зеленый бежит. Сразу же в помойку его выбросили. Давайте сразу же. Все, центр держим. Лутаем звезды, пацаны. Звездочки, лутаем звезды. Красавчики, держите центр. Я возвращаюсь на базу. Я возвращаюсь на базе. Все хорошо, я надеюсь. Так. Бегу на базу, чуваки, бегу на базу. Давайте, готовьте скидывать в деревянный сундук звезды. Я сейчас заберу оттуда. Кидайте, чуваки, кидайте в сундук деревянный все звезды. Давайте, да, еще звезд. Еще звезд. Давайте, кто там еще держит? Да не держитесь, не скупитесь. Все хорошо, я забрал. 27 звезд у меня, прокачиваю протекшн, прокачиваю лукина, прокачиваю хосту. Все, я почти все вкачал, у нас почти все на фул. Теперь нужно держать центр, никому его не отдавать, пацаны. Держим центр и никому его не отдаем. Центр должен быть наш. Мы должны дать остальным раскачаться. Если остальные раскачаются, то будет плохо. Так, звезды еще покидайте мне в этот сундук деревянный. Докачаю то, что не докачал. Давайте, ребят, давайте. Так, все скинули. Это, думаю, хватит, больше не нужно. Все остальные звезды всегда выбрасывайте в интерчест, чтобы они никому не достались из противников. Так, у нас уже все на максимум. Все, забейте, у нас все на максимум, чуваки. Все на максимум, отлично. Красавчики, не, молодцы, реально. Вы сейчас хорошо сыграли, ребят. Прям красавчики, я вам горжусь. Так, хорошо, ребятки, собираемся. Нужен центр удерживать и еще лево-право держать от врагов, чтобы получать больше эмеральдов, чтобы у нас к стадии, когда торты сломаются. Так, я не понял. Зеленый, желтый на меня вот напали. Желтый алмазник. Все, желтый алмазник в помоечку. Так, минус алмазы у пацана. У нас желтый справа. Кстати, нормально, так сейчас нападают толпой. Центр у желтых. Да как так-то, ё-моё? Да как так-то? У нас же фул прокачка. Почему желтый держит центр, чуваки? Нужно забирать у них центр. Нельзя давать им центр, чуваки. Ни в коем случае нельзя им центр отдавать, ребятки. Это вообще проблема в галактических масштабах. Так, отлично, меч. Закупаюсь, иду на центр. Нужно держать центр. Я, конечно, полутал бы эмеральды. Ну, пофиг на эмеральды. Надо не дать чувакам раскачаться, чтобы к концу игры у них не было фул прокачки, как у нас. Так, хотя вот у голубых, я чувствую, уже есть фул прокачка, либо почти они там близки к этому. Так, здесь добиваем. Зеленый он тут стоит наглый. Давайте его. Оп, хорошо, с ним разобрались. Тупо, почему он не умирает? Все, он умер. Хорошо, тут еще желтое какое-то. Желтого убивает, тоже минус. Хорошо, держим центр. Центр захватили. Зеленые пришли. Убиваем с них железку, чтобы неладно было. Все, отлично. Все, центр наш. Пацаны, удерживаем центр. Базу тоже дефим. Там кто-нибудь следит за базой, чтобы никто не строился. И лево-право тоже голубые влетели в кожанки. Это без проблем, вообще тупо убиваем их. Желтые тоже в кожанке. Чуваки, если умерли, закупаемся сюда сразу же. Возвращаемся. Давайте. Так. Оп, нифига он там сидит, засел. Да, этот голубой, а? Не убьешь его тут нафиг еще никак. Желтый тут капец. Ну-ка нафиг. Хорошо, разобрались. Ты что, голубой этот? С алмазным мечом. Меня так зафигачил. Слушай, центр забирают, чуваки. На центр отхватывают. Быстрее, нужно на центр хлопа. Ну тут чувак на центре остался. Один просто горец. Просто там всех убивает, всех растаскивает. Красавчик. Тупо красавелла. Так, давайте закупаемся. Хоп. Закупился. Остатки скидываю пока что в сундук. Так, и центр все еще наш. Это хорошие новости. Правда, лево-право мы не держим, ребятки. Это очень плохо. Нужно с этим что-то делать. Так, центр мы держим. Хорошо. Здесь забираем тоже точки. Я с пацанами хожу, забираю лево-право, чтобы пацаны лутались на базе с эмеральдами. Эмеральды просто немножечко подлутали, закидали в сундук, и так все делаем. Так, хорошо, здесь, значит, так вот. Кожанчик какой-то пришел. Тут нифига, вот зеленых прям на меня. Увидели меня, сразу же 1000 зеленых сюда пошло. Ну, меня вот завалили, конечно. Я одного алмазника скинул, так что моя жизнь была не зря прожита. Я всего лишь железкий, чуваки, зачем-то уже покупают алмазку. Тебе в этом абсолютно нет никакого смысла. Только если на базе стоите дефы, да. То есть, ну так бы вот так вот бегать и ставить алмазку, это тупо, потом тупо стоишь на базе. И амебус для своей команды ничего полезного не делаешь. Поэтому не советую стоять на базе в тупо в алмазке. Это бесполезно. Потому что нужно держать точки и не давать их брать врагам. Поэтому, пацаны, если вы скрафтили себе алмазку, то лучше стойте на базе, чтобы ее не просрать. Дефайте нашу базу. Потому что нашу базу уже обстроили какой-то шерстью. Вот лишнюю шерсть лучше от тортика убирать, чтобы видеть, кто там где строится. А то зароется какой-то гнидыч и все. Зеленый держит центр. Нужно центр у них забирать. Вот этого зеленого нужно убить. Все, убили. Хорошо. Забрали у него второй еще зеленый с алмазным мечом. Мы сейчас быстренько его аннигилируем. Так, все, и держим центр. Держим центр. Голубой. Что-то посмотри-ка, зеленый тут голубой. Только зеленого убил, сразу же голубые прибежали. Так, хорошо. Ну-ка разбираем их. Этого зеленого добил. Хорошо. Тут еще вот зеленый бегает, его нужно тоже добивать. Куда побежал, а? Куда убежал? Не, он пытается убежать. Посмотрите на него. Пытается убежать. Я на самом деле сейчас болею, тяжело говорить, но нормально. Так, центр мы захватили. Зеленый, кстати. А! У зеленых сломали торт, лол. Так нужно идти их добивать просто в наглую, можно, мне кажется, сходить, тупо парочку зеленых тут поаннигилировать, да? Так, точки у них хотя бы захватить, чтобы они эмеральды не получали. Уже некоторых кожанки, так вот. Смотрите, парень тупо на меня полез, да. Я сразу же такой ему здоров, братан. Ну, у него алмазный меч, конечно, но я его все равно вынес и забрал с него, кстати, ресурс. Откуда у него звезды? Нифига себе. Вот это вот уже зеленый. Да-да-да-да-да, в алмазке, главное, этих алмазников, чтобы они потом.
Так, ладно, я сдох. Ну, тут зеленые нормально, у них уже 12 человек осталось. Центр держите, пацаны, центр желтым не давайте. У желтых еще не фул прокачка. Желтым нельзя отдавать центр, ребята. Желтые почти захватили центр. Нужно его отходить обратно, пацаны. На центр быстрее, 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 быстрее. Там желтый прям свора целая. Целая стая этих желтых. Тут красный наши стоят. Оп, желтый еще не забежал. Я прям в кожанке залетел. У нас срать вообще на последствия. Просто помогаю тут нашему. Тут Декс у нас тут бегает, или кто, я не вижу. Так, какой-то голубой пришел. Ну-ка, в помойку. Так, давай, давай. Хорошо, что минус зеленый. Уже, в принципе, в конце игры будет попроще. Без зеленых. Еще бы, конечно, 10 минут до конца ломания тортиков осталось. Отлично, 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 отлично. Хорошо. Хорошо, хорошо. Так, давайте берем быстренько еще кирпичики. Так, я себе фул железку сделал. Фул железка вообще супер дешево стоит, поэтому я не понимаю вообще, зачем чуваки с самого начала маску покупают. Я вот все свои эмеральды, которые получаю, просто в сундук скидываю. Потом в конце игры перед ломанием торта просто. Не показалось ли тут ест наш торт? Тут ест наш торт, или мне кажется? Нужно убрать всю эту шерсть вокруг нашего тортика. Вообще непонятно, что происходит. Мне сейчас только что казалось, что кто-то его ест. Опасно было, опасно меньше. Если за эмеральды куплю себе. Ножницы? Ага, 5 эмеральдов стоит, я понял. Беру лишнюю шерсть вокруг этого. А то это реально как-то очковая какая-то ситуация у меня, если честно, возникает. Все время кажется, что это сейчас сожрет наш торт. Так, лучше пусть я буду видеть обсидиан, там, знаете, там, не знаю, вот этот камень, да, но зато я буду знать, что здесь... Кто такой? Он реально тут ломал наш торт, офигеть, он хотел сломать наш торт, сраный... Вот видите, да, я сказал, это сраная шерсть, она только мешает. Уберите шерсть вокруг нашего тортика. А ведь он здесь спрятался, голубой, просто ломал наш торт. Жесть. Центр чей? Центр удерживайте. Не давайте никому лутать звезды. Центр держите, пацаны. Центр держите. Так, так, так. Слева пацаны забирают наш этот. Слева зеленым не давайте. Зеленые слева пытаются отходить нашу штуку. Убивайте зеленый. Трап. О, кто-то здесь около нашего тортика. Трэп наступил. Так, так, так. Все, всю шерсть здесь убрал. Слева зеленые захватили маяк. Захватите у зеленых маяк слева, чуваки. Слева, слева, слева захватите, чтобы они не получали эмеральды. А то там очень много кожанчиков еще не оделись в алмазку. Нам нельзя дать им всем одеться в алмазку. Так, все, убрал лишнюю шерсть, которая реально мешала. Теперь наш торт как на ладони, все видно. То есть, как бы если враги нападут, то не смогут застроиться так просто. Ух, нифига, зеленые прям меня ждали. Ты посмотри, за поворотом стояли, а? Вот, вот негодяй. Ну почему никто не пошел вместе со мной без зеленых налево? Я вообще не понимаю этого прикола на самом деле. Я попросил пацанов. Погнали, убьем их. Мы сейчас реально бы минус 2 зеленых бы в этих сделали. Ну, всем, видимо, насрать. Сейчас стоят. Ой, понимаю, что делает вся моя команда. Тупо стоит на базе, лутает себе эмеральды. Я понял. Все пытаются в сраную алмазку одеться. Вот в чем смысл жизни для моих тиммейтов. Я понял. Так, хорошо. Это, конечно, бред еще тот. Зеленый тут наших раскидывает потихонечку. Но... Ой, ну я не могу. Просто зеленые стоят втроем. У нас никто не идет. Но все тупо стоят. Реально свои сраные алмазы лутают на базе. Вот сейчас по никам просто вижу Донг, Корвицу, Скинет. Вот эти вот ребята, да, на которых я возложил, как бы, не знаю, хоть какую-то, надеюсь, ответственность. Они просто стоят на базе лутают. Я говорю, зеленые захватили у нас эмеральную точку и лутают себе алмазы. Они без шмота, они сейчас оденут своих кожанщиков. Нет, пацаны стоят тупо и это, и лутают дальше эмеральды на базе. 13 минут еще, сколько там осталось времени до того, как торт сломается, хрен его знает, ну короче, достаточно. Так, я снова здесь иду, здесь опять чувак зеленый выходит, в алмазке, мне опять никто не помогает. О, кто-то пришел помогать мне, давай, добивай его, выкидывайте, 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 наконец-то, ура, 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 слили зеленого, хоть додумались, в кожанчики пришли, вот нормальные кожанчики пришли, а ну Кинетхи, Конор Смерти и все остальные остались тут же опять же стоять на нашей базе, да, то есть как бы в своей алмазке. Ну, я думаю, вполне заслуженные тиммейты. Так, хорошо, ладно. Фух, зелеными разобрались, эмеральды теперь получаем. Справа точка тоже наша, желтый там зачем-то строится через верх, он не понимает, что у него не получится взорвать наш обсидиан, который вокруг нашего тортика, да, он же вокруг, везде обсидианчик, да, я думаю, вокруг, да, тут звездами раскидывается, вообще не понимаю, зачем вы звезды в обычный сундук кидаете, в обычный сундук не кидайте, их могут своровать другие чуваки из других команд. Так, ну что ж, набираем железку, хорошо, 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 кстати, враги меня тоже слышат, поэтому как бы говорить какую-то инфу, это очень достаточно тяжело, желтый зачем-то сюда идет, сейчас мы быстренько его раскидаем, все, минус этот желтый. Справа у нас пытаются маяк забрать с эмеральдами. Ну, желтые какие-то слишком наглые. Это ошибка. Убиваем. Захватываем. Хорошо, все. Так, 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 так. Здесь, значит, желтых, желтые загрелись на нас тут немножечко. Смотрите. О, Конор Смерти в кожанке опять стоит. Конор Смерти, ты же лутал алмазку, полчаса сидел на базе. Почему ты в кожанке опять стоишь? Почему у голубых центр захвачен? Лол, я думал, что пацаны там на центре нормально наши обосновались. Но в итоге голубые сейчас захватили центр. Желтый пытается застраиваться шерстью, типа без палева. Ну, давай умри. И голубые держат сейчас центр. То есть они сейчас получают звезды. То есть, скорее всего, в конце игры они будут тоже фул зачарены, как и желтые. Фух, это проблема, проблема. Но я врываю, врываюсь тут в голубых, тоже начинаю их бить потихонечку. Тут кто-то еще пришел вместе со мной. Это хорошо, пацаны, красавчики, тупо мы захватываем. Центр вообще нельзя было отдавать ни в коем случае. Но наши пацаны точно посчитали, что это лишнее, да. И как видите, центр все-таки. Ну, не знаю, голубые там уже зачаренные бегают, это опасно. Желтые, в принципе, тоже. На базе кто-то есть. На базе там кто-то пытается что-то сделать. Ну ладно, я постою на центре, пожалуй, по дефу, а то
реально, через 5 минут съедятся все торты. Вот. У нас тут алмазники тоже стоят на центре. В принципе, мы сможем нормально сдефаться. Алмазник ворвался какой-то голубой. Ладно, пусть бежит. Пусть бежит, в принципе, насрать на него. Было бы неплохо, конечно, сломать чьи-то торты или зеленых добить. У зеленых добить было бы вообще самое то. Они эмеральды латают со стороны синих. Синих синего вообще насрать. У синих, смотрите, ни одного эмеральдного источника не захвачено, потому что, ну, я не знаю, они, видимо, какие-то тупые. Я просто не могу это никак по-другому обосновать. Так, пожалуйста, кто-нибудь из алмазников встаньте еще на центр. Пару алмазников на центр встаньте, ребят, пожалуйста. Еще парочку нужно там. Я просто отошел от центра. Мне сейчас нужно все-таки наконец-то самому уже подлутать эмеральды. У меня всего лишь 150 эмеральдов. Сейчас я быстренько себе долутаю. Наконец-то моя очередь подлутать себе сет, шмотки, так сказать. Так, хорошо. Ну, я, в принципе, все сделал, да. У меня, в принципе, неплохой закуп. Я почти что собрал себе фул шмот. Правда, сейчас еще кое-что куплю. Очень важно. И, в принципе, можно будет. О, голубые смотрите, захватили точки тоже. Зеленые у нас не захватили, не захватили. Желтые не захватили. Хорошо. Желтые, кстати, сломали кровать. Ну, то есть торт. Надо сейчас желтых немного прорешать. То есть желтых убить всех кожанщиков, чтобы они были слабыми. И держать центр. Держать центр, пацаны. Только главное держать центр. Так, то так, желтых уже 10 человек. Хорошо. Желтые, желтых 10. Центр. Все еще наши. Пойдут через центр, а потом пойду, может, желтых какие-то. О, голубой здесь, смотрите, бежит. Нифига себе, какой наглый. Голубой опять захватывают центр. Нужно не дать им это сделать. Никто тут захватил. Опять голубые. Нифига, они тут алмазниками пришли. Ну-ка, давай. Кожанчик еще вот есть. Это так хорошо. Одного кожанчика сейчас. Пацаны, на центре хелпа против голубых держатся. Этот один сражается против нескольких человек. Давайте. Этого алмазника если убьют, он шмот просрет. В принципе, неплохая тема. Так, давай, минус этот алмазник. Все, почти разобрались. Добейте, добейте его, я пока центр отхвачу. Все, добили того алмазника. Отлично. Минус фул алмазник просто. Минус фул алмазник со стороны голубых. Нам нужно их прорешивать, потому что еще какой-то смотрите, кожанчик пришел просто в наглую, да? То есть минус фул алмазник, это хорошо. У зеленых, кстати, почти все уже фул алмазники. Пару кожанчиков еще имеется. Так, блин, на самом деле с шейдерами тяжело играть. Фиг поймешь, что там за ники у пацанов. То ли голубые, то ли желтые. Не всегда понимаю. Так, чувак на эндерперле улетел голубой. В сторону нашей базы один голубой улетел на эндерперле, чуваки, держу в курсе. Желтый остался последний, только что предпоследнего желтого добил. Все, пацаны, держим центр. 2,5 минуты торты ломаются. Можно, конечно, пойти попробовать снести синих. Там у них на базе как раз какой-то вообще что-то жесть какая-то происходит. Среди с кем-то дерутся. С нашими, кстати, возможно, дерутся. Погнали, может, поможем нашим, я не знаю. 2,5 минуты все-таки до тортика опасно. Так, так я тоже бегу туда, к их тортику. Забегаю, тут наши пытаются их снести. Реально какая-то жесткая заруба идет. У меня вообще тоже есть кирка, я тоже могу ломать. Застройте меня, пацаны, я сломаю. Застройте, застройте, застройте. Так, а, кто-то съел с другой стороны. Все, понял. С другой стороны съели. Хорошо, красавчики. Я тоже вообще ломал этот обсидиан. Зачем, не знаю. Я просто не знал, что наши пацаны там ломают. Ну хорошо, кстати, влетели, хорошо, влетели, добили. Сейчас добиваем, добиваем. Донг с одним хп, донг погиб. Донг, быстрее алмазку новую лутай. У нас остается одна минута до конца нашего тортика. Нужно поломать здесь еще кожанщиков как можно больше. Офигеть, тут столько. Прямо на базе, пацаны. Эх, меня тоже убивает, но я купил себе череп возвращения своей алмазки. Поэтому сейчас я снова его покупаю. Пока осталось немножечко минут. Нужно быстрее идти и добить как можно больше синий, чтобы нас под конец на старте было прямо очень много. Так, 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 это все закидываем. У нас там торт ломают или нет? Или мне пока послышалось? Послышалось, наверное. Так, так, так. Одна минута осталась. Нужно синих сейчас прорешить. У нас, в принципе, зеленых шестеро всего, а желтый один. А синих очень много. Все, покупаю руну в холдинг и быстрее иду синих убивать. Просто кожанчиков в это убивайте, пацаны. Как можно больше голубых кожанчиков, как можно больше. Давайте, собрались. Все, все красные, давайте, навалились. Тупо. Тупо давайте голубых убиваем. На базе пару человек останьте, чтобы от зеленых, если что, отдефаться, потому что зеленые будут пытаться нас убить. В этот момент в крысу сзади зайти, я уверен. Главное, голубых кожанчиков, давайте. Ну или алмазников, если получится. Все, минус еще один, смотрите, тут еще один. Еще одного скинули. Хорошо, минус два уже голубых. Сразу же залетаем, выход в их сердце залетаем. Один пытается убежать здесь. Ладно, пусть бежит, пусть бежит. Давайте добьем их основную часть на базе. Прямо внутрь базы залетаем, пацаны. Все добиваем. Вон здесь с тремя хп. Минус один. Хорошо. Дальше, дальше он тут. Прямо алмазников бейте. Прямо алмазником. Не давайте отсюда уйти. Не давайте, давайте. Вот он, 5 хп у пацана. Хорошо, дальше, 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 дальше. Тут еще один пытается убежать. Удар, пару ударов мне сделал, пытается убежать. Ну-ка давай. Все, я его скинул. Отлично. Еще минус один. Хорошо. Хорошо. 4, 6 зеленых осталось. Зеленые на своей базе. Просто со всех сторон. На них заходим. С центра. С боков просто, со всех сторон одновременно. Они смогут в шестером от всех сторон отстреливаться. Погнали. Тупо на зеленых, со всех сторон. У них, возможно, есть интерперл. Не-не, 11 секунд, пацаны. Все, аккуратнее, 11 секунд. Можем умереть. Мы сейчас можем умереть уже будем. Сейчас у нас торт тоже сломается, пацаны. Поэтому аккуратно играем, аккуратненько. Наш, тут нашего тут зеленый пытаются убить. А зеленый пришел. Так, аккуратненько, аккуратненько, пацаны. Давайте, давайте. Здесь снизу, 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 зеленый. Снизу тоже зеленый. Сверху тоже. Нифига себе. Да, валим, 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 валим этих зеленых. Валим, валим, валим. Давайте вот этого тоже, вот этого тоже. Не отпускаем, не отпускаем. Он пытается убежать, пытается.
пытаются убежать. Давай, 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 давай. Наших положений несколько. Давайте добиваем их, добиваем, добиваем. Три чека осталось. Хорошо, хорошо. Два чека. Молодцы, красавчики. Сверху, сверху еще один, сверху. Внутрь зарылся, давайте за ним, давайте за ним. Так, я здесь пока постою, посмотрю. Вы добьете его, пацаны? Хорошо, добили, красавчики. Теперь используем компас, чтобы не найти оставшихся. I just wanna life. Спереди, на центре, на центре. Дерется. Нашего скинул одного. Идет второго нашего скидывать. Бежим, бежим, бежим за Айджестон Лайвом. Нельзя его отпускать. Нельзя отпускать этого Айджестон Лайва. Убегает. Он сейчас будет пытаться нас скидывать. Пацаны, энтерпелы закупите. Купите энтерпелы со всех сторон Айджестон Лайва. Давайте. С других тоже чуваков. Зажимаем, 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 зажимаем. Не отпускаем его. Давайте. Во-о-о-о, да выдержим. Энтерпелы завязал. Сейчас улетит, сейчас улетит. За ним энтерпелы юзаем. Так, я же быстренько куплю тоже энтерпелов, пацаны. Давайте, секундочку, энтерпелы закуплю. Так, хорошо. Раз, два, два энтерпелы купил. Нормально. Так, хорошо. Айджестон Лайв погиб. Осталось. Тут Синий был прямо на базе, я рядом с Синим стоял, даже не заметил, что это он. Он энтерпёрл завязал. Убегает, убегает, убегает. Так, давай, давай, добей его, добей. Красавчик, красавчик. Смипи тут прямо мне помог его добить, красава. Так, остался последний. Последний-то здесь зарылся. Скорее всего, сверху тусит. Да, он сверху, секунду, он крепость построил. Так, давайте-ка мы сейчас попробуем на эту крепость попасть. Блин, так кто-то рядом со мной стоял. Эндер Перл просрал просто из-за чувака, который... А, вон он тут стоит, да? Ну все, сейчас убьет. Да, блин, опять мне Смиппи сейчас энтерперлом помешал. Я два раза кинул энтерперл, два раза не помешали мои тиммейты. Один раз просто во мне чувак стоял зачем-то, второй раз кидает, Смиппи передо мной столб строит, я не смогу залететь. Ну ладно, в принципе, хорошая была победа, хорошо сыграли, отлично. Если вам понравилось, чуваки, поставьте прямо сейчас лайк. Вот такая вот у нас была игра, спасибо всем подписчикам. 80 человек, видите, плеер 80 из 80. Спасибо всем, что пришли. Так, чуваки, которые сухосты, жмите стоп, пожалуйста, чтобы игра не началась. Игра началась, это плохо. Эх, бан просто бешеный кот. Ладно, это все, дорогие друзья, с вами был я, Демасик, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, всем удачи и всем пока-пока, ребятки.